Отец – это не только глава семейства, это друг, защитник и наставник для своих детей. Чтобы показать значимость его роли, молодежный центр в очередной раз организует конкурс для лучших пап нашего города. В этом году участникам предстоит преодолеть 4 испытания. Для начала нужно представить визитку и назвать 5 причин стать настоящим отцом. Дальше у нас идет «Сказочная галактика». Это когда семья должна выбрать какую-то либо известную сказку, либо свою историю сочинить и показать ее на сцене. Будет у нас музыкальный космодром, это третья номинация. И конкурс будет заключаться в следующем. Нужно будет показать знания песен о космосе, о небе. Последнее испытание называется «Звездный папа». Участники должны будут представить себя в роли актера или ведущего и провести игру с залом, заставить зрителей хлопать и танцевать. В этот раз организаторы решили не ограничивать возраст пап. Главное, чтобы одному из родителей было меньше 35 лет. Многие папы, когда высказывали желание поучаствовать в предыдущих конкурсах, были обижены тем, что вот, ну а как же, вот, если мне 37 лет, что ж я не молодой папа, если у меня там ребенок в детском саду. Поэтому мы решили немножко расширить возрастные рамки в этом году. Прием заявок уже начался. Их можно присылать на электронную почту zlamina@mcdefisarov.ru. Подробности по телефону 9-9108. Также в июне молодежный центр проведет конкурс фотографий «Радость отцовства». Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.